Всем привет! Американский фигурист Джейсон Браун будет тренироваться в Канаде у тренера Брайана Орси. Почти два десятилетия я работал с Кори Адэ, ее удивительной командой. Словами невозможно выразить любовь и признательность, которую я испытываю к Кори. Она оказала на меня огромное влияние, как на фигуриста, так и на человека. Я очень люблю, но пришло время покинуть свой дом. Пришло время сделать следующий шаг. Я с нетерпением жду начала сотрудничества с Брайаном Орсером, Трейси Уолсом и их невероятной командой. Я хочу продолжать расти в спорте, который я люблю, написал Браун. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем пока-пока!